Каждую весну в одном из южных городов собираются вместе наши сильнейшие легкоатлеты. Из Одессы приехал олимпийский чемпион Николай Авилов. Из Кишинева Валерий Качанов. Два спортсмена представляют сборные Ставрополь. Чемпион Европы Александр Гребенюк и Анатолий Карташов. Из Красноярска прибыл Виктор Грузенкин. Из Белгорода Юрий Куценко. Среди кандидатов в сборную команду страны москвич Константин Охапкин, ростовчанин Владимир Буряков. Люди разных возрастов, разных профессий. Объединяет их любовь к десятиборью. Десятиборье родилось не сегодня и не вчера, и тем не менее оно мало знакомо широкому кругу зрителей. Спортсмены, претендующие на победы в десятиборье, должны одинаково хорошо уметь бегать, прыгать, метать, лишь немногим уступая в мастерстве так называемым чистым бегунам, прыгунам и метателям. Для определения победителя в десятиборье применяется специальная таблица подсчета очков, в основу которой положены оценки за каждую секунду в беге, каждый сантиметр в прыжках и метаниях. Человек всегда стремился к гармоничному развитию. Наверное, ближе всего к воплощению этой мечты подошли древние греки. Они и придумали соревнования по многоборьям. Победа в пентатлоне, предшественнике современного десятиборья, считалась самой почетной на Олимпийских играх античного мира. Восторженные сограждане носили победителя в родной город на руках через пролом, специально сделанный в городской стене для одного единственного человека – олимпийского чемпиона в пентатлоне. Греки этим как бы хотели сказать: «Нам не понадобятся крепкие городские стены, если в нашем городе вырастут такие люди, как этот, лучший атлет Олимпиады». Ныне соревнования многоборцев, увы, не пользуются такой популярностью. Но десятиборцев это, кажется, не очень смущает. Истинные рыцари легкой атлетики, они сражаются не ради славы, ради победы. И все же,
Во имя чего все это? Что значит для них? Чем их привлекает этот трудный вид спорта? Каков предел рекордам в десятиборье? В нашем фильме об этом размышляют они сами. Участник трех олимпиад, юрист Николай Авилов. Победитель зимнего матча по многоборьям СССР-США, инженер Виктор Грузенкин. Призер Всемирной универсиады, студент-дипломник Валерий Качанов. Нас называют рыцарями легкой атлетики, а многоборье – это венцом легкой атлетики. И вот на этот венец, на этих рыцарей посмотреть, приходит очень мало народу. Многие считают, что долго сидеть и не очень интересно. И вот очень обидно, когда кончаешь многоборье, последний вид 1,5 километра, самый трудный вид у нас, все-таки конец двухдневной борьбы, и на трибунах почти никого нет. Сидят тренера, сидят врачи, там несколько человек, ну, легкоатлеты. А вот такого, что бывает на футболе, у нас очень редко бывает. И обидно, что легкая атлетика – это вид, мне кажется, один из ведущих у нас в стране. Не чета футболу, пусть не в обиду будет им сказано, но болеть за нас приходит очень мало народу. Обидно. Выступать мне не совсем приятно на многоборье. Во-первых, это очень тяжелый вид не только легкой атлетики, но и спорта. Это первое. Обычно всегда многоборцы начинают раньше всех выступать, рано утром, с 9 часов, заканчивают позже всех. Вот. Это неприятный остается осадок на душе, когда приходишь на стадион, никого нет, и уходишь, уже все разошлись. Вот. Выступаешь 2 дня, очень переживаешь после каждого вида выступления в отдельных видах многоборья. Само внимание зрителей не такое, как обычно. И вот это вот все вместе ставило какой-то неприятный осадок у меня в душе. Поэтому по сегодняшний день у меня такое сложилось впечатление, что я его не люблю, многоборье. Ну и, наверное, так оно и есть на самом деле. Но десятиборье, это из него так просто не уйдешь. Это уже, пожалуй, на всю жизнь. Те, кто говорят, что мы бросим это все, мне кажется, голословный разговор. Это очень сложно. Как и заняться многоборьем сложно, так еще более сложно от него избавиться. Это или многоборье, или уже ничего, потому что отдельный вид после многоборья – это только травля самого себя. Я знаю всех ребят, которые выступают у нас, многоборцы – это сильные, волевые ребята, которые не мыслят себя без многоборья, потому что столько много уже времени отдано тренировках в этом виде спорта, желания, целеустремленности, что другой вид даже не хочется думать о выступлениях в другом виде. Привлекает многоборье меня в первую очередь то, что подготовка идет разносторонняя и очень интересно тренироваться. Интересно в разных положениях. Если, допустим, сегодня у меня не получается прыжок с шестом, то я могу сразу же уйти и толкать ядро. Может получится ядро, может лучше полетит копье. И почти всегда, сколько я тренировался на протяжении многих лет, уже почти 20 лет тренируюсь, я всегда уходил с тренировки удовлетворенный. Также сама прелесть многоборья заключается в том, что, допустим, ты начал неудачное соревнование, в каком-то виде не достиг того, что хотел. У тебя еще есть впереди 9 видов, в которых ты можешь наверстать упущенное, закрепиться как-то и набрать свою лучшую сумму. Только после того, как я несколько раз выступил в соревнованиях и понял всю прелесть и горечь десятиборья, потому что есть и такое, только после этого у меня сложилось какое-то представление своего десятиборья. И после этого я полюбил его по-настоящему. Я именно полюбил десятиборье, полюбил тренировки эти, полюбил выступления, все связанное с соревнованием. Ну, много приятного. Становишься сильнее, просто и физически, и духовно. Становишься просто другим человеком. Ну, это, надо сказать, связано именно с особенностью десятиборья.
другим видом спорта, вот в легкой атлетике. Можно заниматься, и таких сдвигов все равно не будет. А именно вот многоплановость, многогранность, как-то необходимость совершенствоваться. Нельзя стоять на месте. Нельзя вот ни одной тренировки проводить бездумно, бездарно. За тебя тренер никогда не подумает. Должен ты подумать. Если ты сам не думаешь, то все твои наставления тренера, все твои вот эти тренировки, пробежки, прыжки, они не дадут эффекта. Хотя, может быть, казалось бы, что можно 100 раз прыгнуть в длину и получить должный эффект. В многоборье мы не имеем возможности тренироваться много в каждом виде. И надо над каждым движением думать, чтобы именно получить отдачу от того, что ты сделал. Большинство сильнейших десятиборцев мира – люди с высшим образованием или студенты вузов. И это, наверное, не случайно, ибо десятиборье требует от спортсмена умения аналитически мыслить, в сложных ситуациях турнирной борьбы быстро находить единственно верный путь к победе. Конечно, многое зависит и от тренера, от его умения предвидеть. Это умение и отличает наших ведущих специалистов десятиборья, заслуженного тренера СССР Владимира Кацмана, воспитавшего олимпийского чемпиона Николая Авилова, и заслуженного тренера СССР Дмитрия Серопегина, подготовившего чемпиона Европы Александра Гребенюка. Каждый спортсмен перед соревнованиями обычно настраивается на соревнования. И у каждого своя система, своя подготовка к этому. Одни ходят по стадиону, там смотрят дорожки, другие уходят куда-то в лес, отдыхают, третьи вообще спят, четвертые идут в кино. Ну, я обычно все это тоже делаю со всеми. Но вот уже непосредственно вечером перед сном одеваю на себя свою спортивную форму, майку с номером, шиповочки. Так похожу по комнате немножко, подготовлюсь. Почувствую себя как будто в той обстановке, что я уже на стадионе. Потом все снимаю и ложусь спать. И все. А уже на следующий день, когда соревнования, там приходится забывать обо всем. То есть перед бегом на 100 метров только думаешь о беге на 100 метров. А как бег на 100 метров прошел, уже много видов других, приходится думать о следующем. И так постепенно. А то бывает, люди говорят, вот бежишь на 100 метров и думаешь о том, что в конце первого дня будет 400. Так вот этого никогда делать не нужно. От этого общее дело только страдает. Для меня соревнования в десятиборье – это всегда большое жизненное испытание. Я специально готовлюсь к любому старту. Стараюсь как можно более тщательно подготовиться. Ну, физическом, главное, психологическом плане. Не могу выступать в десятиборье без предварительного настроя, потому что десятиборье для меня – это борьба. Борьба больше с собой, чем с соперником. Ну, естественно, и соперники разные, складывается по-разному борьба, и бывает необходимо именно в данной ситуации кого-то победить. Но в любом соревновании, в любом, сколько у меня их было, всегда приходится бороться с самим собой. Это неизменно. Бывает, соперника побеждаешь легко, а с собой легко не справишься никогда. Поэтому именно вот психологическая подготовка и такой специальный настрой, настрой на борьбу с собой, настрой на то, чтобы все свои силы, все, что есть в тебе, может быть, даже ну, сверх того, что есть, все до конца, буквально до самой последней капельки отдать, ну, это очень непросто. Я по натуре игрок. Игрок во всем, игрок в спорте, в частности. Спорт – это не работа, а спорт – это игра. Вот, это было у нас с детства так с тренером. И многие тренера считали, что я не тренируюсь по-настоящему. We'll be right back.
По окончании школы я хотел поступить сначала в пединститут наш на факультет физического воспитания. Ну, у меня такой крутой папа. Он, значит, говорит, что не считал, что физкультурник может быть профессией, он считал, что это увлечение, сказал, что, мол, физкультурником никогда не будешь. Ну и мне пришлось выбрать свой запасной вариант, так как я закончил художественную школу, мне нравилась архитектура, все-таки градостроение — это профессия будущего, интересная, творческая. Я решил поступать на архитектурный факультет. Экзамен все дал удачно, прошел по конкурсу. Уже теперь стояла проблема того, как я буду заниматься на этом факультете. А факультет очень сложный. Там, помимо всего, нужно было по 5 часов, по 6 дней заниматься чисто черчением. Мне бы тогда уже просто органически не хватало времени для тренировок. А спорт, как я уже сказал, это для меня было почти что все уже тогда. Я поступил, вернее, не поступил, а перевелся на энергетический факультет. Специальность очень интересная, будущий инженер-энергетик. И заниматься интересно. Я поступил в Институт цветных металлов. Красноярский институт цветных металлов имени Калинина. Мне нравилась учеба, сам процесс обучения. Всегда с удовольствием ходил на занятия, на практические занятия, на лабораторные занятия. Доставляло просто удовольствие, потому что специальность интересная была. И, собственно, была действительно теперь уже, можно так сказать. И вот, когда я занимался спортом и учился, у меня не возникало проблемы, чем заниматься, или учиться, или спортом заниматься. Я все время учился и занимался, это сочеталось. Тяжело было, трудно. Ну, просто физически трудно, но тем не менее вопроса такого, дилеммы не становилось, как же быть дальше. А вот когда я закончил институт, такой вопрос сам возник. Или мне посвящать все свое время, все свои заботы спорту, или же заниматься наукой. Я был оставлен на кафедре после окончания института младшим научным сотрудником. Постепенно не смог оторваться от спорта, и, может быть, поэтому как-то немножко стал охладевать к занятиям. Заметил, что физически тоже тяжело мне было, просто трудно читать. Я засыпал за книгами, засыпал во время таких монотонных занятий, когда что-то надо было штудировать. И через год работы ушел на кафедру физпитания. Это было не сиюминутное решение, а довольно обдуманное. Я выбрал просто путь. Я решил быть ближе к спорту, я решил быть в спорте. Многоборье — это такой сложный вид, что в одиночку здесь очень трудно что-то сделать. Я не говорю о том, что кто-то за тебя будет что-то выступать и что-то делать, а в том смысле, что на соревнованиях очень большое значение имеет поддержка дружеская, плечо товарища. Я считаю, что команда многоборцев самая дружная и очень открытые отношения между ребятами. То есть каждый старается, ну, бывают такие в спорте негативные стороны, что подсиживают друг друга, хотят, чтобы кто-то сорвался или, ну, бывает такое, ну что, это же спорт. Но у нас, наоборот, ребята стараются, чтобы как можно лучше была обстановка в команде, чтобы максимальный результат достигли ребята, потому что это же многоборье, это очень трудный вид спорта. Пусть не думают люди, что это так легко. Это трудно. И поэтому все стараются помочь друг другу на соревнованиях, помочь разбег, подсказать. Вот Саша Гребнюк мне, большой мой друг очень, и Коля Вилов, они со мной подсказывают. Я моложе их, и в спорте моложе, и опыт у меня еще не такой большой. Как сделать правильно, как лучше, как настроиться, успокоиться, когда бывают такие моменты, что последняя пытка остается, нужно все сделать. Но это в спорте, вы знаете, мы же друзья, все. Но вот когда выходит на дорожку, все-таки помимо дружбы есть же еще какое-то другое, все-таки соперничество, это же спорт, и здесь уже никаких поблажек не бывает. Они стараются как можно сильнее меня наказать, как мы знаем, я стараюсь. Это для того, чтобы выиграть, нужно выигрывать и у друзей. We'll be right back.
С детства я мечтал стать олимпийским чемпионом. Только олимпийским чемпионом. Мечтал во всех играх побеждать. И считал, что если играю и проигрываю, это очень плохо. А выигрывать, я знаю, что в детстве всегда очень нравится. У меня есть двое детей, два сына. И я знаю, как им очень приятно выигрывать у своего отца, у матери. Даже бежать, подниматься по лестнице на второй этаж. Вот, очевидно, я таким в детстве был. Мне очень нравилось выигрывать, нравилось побеждать. Не только нравилось, а я к этому стремился. И именно спорт был той формой проявления своих возможностей, где я мог раскрыться, где мог я показать все, на что я способен. Я никогда не был перспективным спортсменом по своим природным данным. Я таким не был никогда и не стал таким сейчас. Но если бы не десятиборье, то я, наверное, вообще не добился бы лично я вот результатов, определенных успехов. Именно отсутствие такой ограниченности одного вида. В одном виде всегда есть ограниченность, давящая на тебя. Это единственная, это норма мастера спорта, единственный рекорд мира, единственный твой личный рекорд. А в десятиборье такого нет. У тебя много личных рекордов, относительно невысоких. Практически беспределен этот прогресс. 10 видов, но никак не хватит времени во всех видах этих приблизиться к результату высокого международного класса. А во всех 10 видах, во всех, потому что я, например, бегаю 1,5 километра хуже, чем женщины бегают. И 400 метров хуже, чем женщины. Это ж вообще так не вяжется. Казалось бы, вроде атлет, это человек гармонично развитый, и вдруг хуже. Ну, это связано с тем, что женщины так достигли таких успехов в беге. Ну и, конечно, с тем, что есть большие резервы, с резервами. Можно сказать о том, что многоборье – это вид будущего, и пределов, собственно, человека в многоборье на сегодняшний день никто не знает. Как казалось бы, в прошлом, совсем недавно, результат 8000 очков был пределом для многоборцев и сравнительно мало лет назад, может быть, 10 лет назад. А говорили, кто наберет 8000 очков, это предел всему будет, то сегодня уже 8500, никого не пугает. А завтра может сумма 9000 очков, которая на сегодняшний день кажется фантастической. Но многие из многоборцев, которые сегодня занимаются, они ее ощущают реально. 9000 очков можно набрать, но должен быть какой-то небольшой сдвиг. Должен появиться, может быть, немножко не такой многоборец, какие мы есть на сегодняшний день. Чуть-чуть посильнее, чуть побыстрее, чуть-чуть, я говорю.